Такие личности могут стремиться к лидерству, но этого добивается путем подавления других. Такт буквы «Ж» – это страсть, фонтан, огромный выброс эмоций. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Поведение владельцев этого имени предугадать сложно. Человек может быть в данную минуту очень открытым, дружелюбным, общительным и позитивным, а через несколько минут стать социопатом и затворником. Предугадать такую смену настроения практически невозможно. Владельца этого имени всю жизнь может кидать из стороны в сторону. Без посторонней помощи они могут так и остаться у разбитого корыта. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Это имя мистическое, непредсказуемое. Люди с этим именем могут совершить поступок, который для нормальных людей может показаться полным идиотизмом. Но в своей душе они будут упорно уверены, что сделали правильно, и ничто их не сможет переубедить. Даже если они соглашаются с неправильностью действий, эти люди все равно останутся при своем мнении и будут жить с этим представлением до конца жизни. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, поддавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенные, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.